Добрый день. Про то, как происходят торги на eToro. Вот сейчас SPN стоит 0,4, да? То есть он открылся 0,4, улетел 0,39. Я могу закрыть его, блин, плюс 8, плюс 10, плюс 15, плюс 20%. Ну давайте попробуем закрыть. Да, видите, не работает. Теперь заходим на список наблюдений SPN. То есть список наблюдений. SPN, биржа закрыта. То есть его просто не открывают. Ты хочешь забрать свои деньги, ты хочешь заработать на нем. И у тебя есть хорошие позиции, у тебя, допустим, открыты сделки. И вот цена 0,4. Сами посчитайте, сколько это. Плюс получается 10, плюс 20%. То есть плюс 20%. Он просто закрыт и все. И теперь, пока он не снизится, вот сегодня 0,3834 максимум. То есть 0,38 я должен был закрыть. То есть 15% на эту сделку забрать. И забрать эти 15% для своих котировщиков. Но мне не дадут этого сделать. Просто не дадут этого сделать и все. Поэтому, когда мне рассказывают какие-то басни, там, что там кому-то какие-то эти мешают, яйца плохому танцору, как они мешают, он 2 месяца не торгуется. Он торгуется на всех биржах, кроме Тора. Вот сейчас он пошел вниз. 0,35, 0,37, да, 0,36. У него уже за первые секунды 200 тысяч оборот. То есть была ли там ликвидность? Была там ликвидность. Дали ли забрать эти 15% на сделку? Не дали забрать 15% на сделку. Дадут забрать 15% на сделку. Не дадут забрать 15% на сделку. Что делать? Ну никто не знает, что делать. Ну все, ну просто вот воруют наши, как говорится, ваши деньги. Что? Ну уже просто полный негатив уже. И понятно, что когда-нибудь его откроют, нужно будет закрывать как-то все. То есть просто не дают торговать, не дают торговать. Не дают забирать эти 15% прибыли. Поэтому результат здесь совершенно был бы другой. Если бы он не торговался, этот SPN, там, грубо говоря, 1 минуту в год, так было бы намного лучше.